Сегодня в Украине стартовал весенний призыв на срочную воинскую службу. В течение 2 месяцев призовут более 14 тысяч мужчин от 20 до 27 лет, годных по состоянию здоровья. Вооруженные силы Украины отправят около 9 тысяч человек, в Национальную гвардию чуть более 4 тысяч, в Государственную специальную службу транспорта 800 человек. В Кабмине сообщают, что 18- и 19-летних ребят также могут вызвать в военкомат, однако в армию их отправят только по согласию.